Сегодня мы свяжем вот такой многоцветный узор. Сначала провязываем цепочку из воздушных петель кратных 4. Затем пропускаем 3 петли воздушной цепочки и в четвертую петлю провязываем столбик с одним накидом. И далее вяжем еще 2 столбика с одним накидом по одному столбику в каждую петлю основания. Далее узор будет повторяться. Провязываем одну воздушную петлю и затем, пропустив одну воздушную петлю в основании, следующую вяжем столбик с одним накидом и затем еще по одному столбику повторяем 2 раза. Провязываем 2 столбика с одним накидом. Так будем повторять до конца ряда. Воздушная петля, затем пропускаем одну петлю в основании и вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И так продолжаем вязать до конца ряда. Вот я провязала, и в самом конце, в последнюю петлю, провязываем еще один столбик с накидом, так чтобы в конце у нас было 4 столбика с накидом. Далее переворачиваем работу, провязываем 3 воздушные петли для подъема, затем вяжем 3 столбика с одним накидом и повторяем вязание точно так же, как мы вязали в первом ряду. Затем воздушная петля и снова 3 столбика с одним накидом. Вот так будет выглядеть вязание. И далее меняем нитку на другой цвет. Теперь работу переворачивать не надо. Будем вязать в ту же сторону. И крючок вдеваем в петлю воздушной цепочки, так как я показываю. Захватываем нитку, протаскиваем петлю и вяжем 3 воздушные петли для подъема. Затем провязываем 1 столбик с накидом. Вяжем воздушную петлю и, пропустив одну петлю в основании, в следующую провязываем столбик с одним накидом. Далее делаем накид на крючок. Крючок спускаем ниже на один ряд, вот в эту точку. Продеваем его под воздушной петлей. Вот таким образом захватываем нитку и вытаскиваем петлю. И затем вяжем столбик с одним накидом. Далее следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом другого цвета. Затем вяжем воздушную петлю и узор повторяется. Пропускаем одну петлю, в следующую вяжем столбик с одним накидом, затем длинный столбик с одним накидом, который у нас спускается на ряд ниже. Петлю надо вытаскивать подлиннее, чтобы не было затяжек. И так вяжем до конца ряда. Ряд закончен, переворачиваем работу на другую сторону, провязываем 3 воздушные петли для подъема, затем 2 столбика с накидом,
И далее будем вязать по узору. Одна воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Один. Два и три. И снова затем воздушная петля. И так будем вязать до конца ряда. Теперь ряд провязан. Снова меняем нитку на другой цвет и повторяем вязание третьего и четвертого рядов. И вот такой узор получится. В этом узоре очень важно правильно и красиво подобрать цвета ниток, чтобы они очень хорошо сочетались друг с другом.